Вот такую сетку-невидимку можно приобрести на авторынке всего за 50 рублей. Народная молва гласит, с ней госномер не различит ни одна камера наблюдения. Однако сотрудники ГИБДД уверены, все автомобильные премудрости не больше, чем миф. Зато платить за них теперь придется фантастические штрафы. Сетки, пленки и зеркальные лаки. На авторынках подобные гаджеты – хит продаж. Как спрятать номер железного коня от всевидящего ока, российские кулибины придумали еще 2 года назад. Именно тогда появился закон о видеофиксации нарушений. Однако теперь смекалка не спасает, а разоряет. Штраф за маскировку вырос до 5000 рублей. Крайняя мера – лишение прав на 3 месяца. Вне зависимости от того, сеточка, либо, соответственно, значит, еще делают так называемая пленка, которая, все это ерунда, и техника спокойно считывает эти номерные знаки, и, соответственно, значит, если человек нарушает административно правонарушение, совершает, значит, он будет определен, и, соответственно, на него будет составлен административный материал. В центре мониторинга к автомобилям сетка относится с легкой иронией. Говорят, видимость она снижает, но технике все равно не помеха. В любом случае данные с экранов перепроверяет сотрудник ГИБДД. Техника достаточно чувствительная, различает она практически все номера, за исключением сильно грязных номеров, где уже прям куски грязи и часть номера не видно. Вот. Остальные все способы и хитрости, которые используют обычные водители, как правило, на данную видеосистему не действуют. Но и за грязь на номерах теперь тоже придется раскошелиться. Штраф вырос со 100 до 500 рублей. В новый тариф ГИБДД попали также нестандартные автономера и те, что установлены не по ГОСТу. А уже через месяц перестанут спокойно спать владельцы машин с тонировкой. Новые штрафы для них вступят в силу в конце сентября. Александра Мыльникова, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.